Я пришла, потому что я просто вот увидела, что там делается. Мне захотелось побыть с людьми, которые разделяют это. Мне хотелось посмотреть, кто придет. И пришла, чтобы выразить свое сочувствие. Да сочувствия даже, я бы сказала, мало. Я сегодня услышал, как отец одной из девочек, когда еще было задымление небольшое, он рассказывал на митинге. Ему дочь звонила. Последнее, что она сказала: папа, я тебя люблю. Я сама потеряла семью в пожаре 3,5 года назад. Поэтому я пришла сюда, чтобы те люди, которые сейчас оказались в той же ситуации, в которой я оказалась, я похоронила мужа и дочь одновременно. Чтобы они видели, что ну, просто очень много людей, которые с ними, которые плачут вместе с ними. Что это самое важное для человека, не оставаться одному в горе. Что сказать? Ничего не сказать. Просто молча плакать и обнимать друг друга.